GitHub обвинят в клевете. Как сообщает Cointelegraph, гендиректор OkPay Сергей Мейзус готовит судебный иск против социальной сети для разработчиков, обвиняя ее в клевете. В иске говорится, что на Action Page ресурсы некоторые пользователи GitHub обвиняют OkPay в тесном сотрудничестве с BTCE. В своем заявлении Мейзус утверждает, что он не раз обращался к администрации сайта с просьбой удалить эти посты, но ответной реакции так и не поступило. Тем не менее, он не исключает, что кто-либо из сотрудников или пользователей биржи может быть каким-то образом причастен к BTCE.